Здравствуйте, меня зовут Алексей Матюшкин. В эфире «Патриот» – программа для тех, кто слово «Родина» пишет с большой буквы. В ряду торжеств, посвященных 75-й годовщине освобождения Новгорода, на первое место я бы поставил военный парад. Тому есть две причины. В колонии юноармейцев строевым шагом прошли и мои ученики. А еще на меня лично сильное впечатление производят смотры военной техники. Не знаю, как у вас, но у меня с детства мощь и красота боевых машин, их выверенное движение вызывает особые чувства. Командовал юбилейным парадом военком Новгородской области полковник Зайченко. Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На крал! Принимал парад командир 42-го зенитно-ракетного полка гвардии полковник Власов. Сначала он приветствовал участников торжественного прохождения, десантников, зенитчиков, мотострелков, воспитанников детско-юношеских организаций. Здравствуйте, товарищи гвардейцы и десантники! Здравия желаю, товарищ гвардии полковник! Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Ура! 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 После минуты молчания и государственного гимна по площади Победы Софийской торжественным маршем прошли колонны. Мои ребята были в коробке юнармейцев. Перед парадом они оттачивали шаг почти 2 месяца и, на мой взгляд, прошли не хуже гвардейцев. Торжественным маршем по площади Победы Софийской следует парадный расчет 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-й степени имени Александра Невского полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии. В колоннах маршем прошли почти 700 человек. За ними на площадь выехала историческая и современная военная техника. На площади появляется легендарный советский танк Т-34. Т-34 был принят на вооружение 19 декабря 1939 года. По совокупности боевых качеств превосходил все танки, стоявшие на вооружении вермахта. Далее следует 2 танка Т-72, российский средний основной танк семейства Т-72. Орудие танка представляет собой 125-миллиметровую гладкоствольную пушку с улучшенной баллистикой и ресурсом. На площади боевые машины десанта БМД-2. Российская боевая гусечная плавающая машина. Перед трибуной проходит строй БТР-80. По площади проходят артиллерийские системы Т-30 и Гиацинт-Б. Т-30 – это советская гаубица калибра 122 мм. Для ведения огня может использовать широкую номенклатуру боеприпасов. Советская 152-миллиметровая пушка «Гиацинт» представляет собой артиллерийскую систему большой мощности, предназначена для эффективной борьбы с крупными целями и объектами на больших расстояниях. Время перевода из походного положения в боевое составляет от 2 до 4 минут. Следом идут реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган». На площадь выходит ракетный оперативно-тактический комплекс «Искандер». По оценкам военных экспертов, вероятность отражения удара «Искандер-М» системой ПРО вероятного противника оценивается как незначительная. Максимальная дальность поражения цели ракетного комплекса составляет 500 километров, что превосходит все известные аналоги. Грозную военную технику сменила колонна сводной группы поисковой экспедиции «Долина». Эти ребята до сих пор поднимают солдат, которые освобождали Новгород 75 лет назад. Парад военнослужащих современной и исторической военной техники, посвященный празднованию 75-летия освобождения Новгорода от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, окончен. Евгений Владимирович Андреев мальчиком был ранен во время бомбежки.
пережил оккупацию и послевоенный голод. Но сегодня он расскажет не о войне. Сегодня он расскажет о мире в послевоенном Новгороде. В городе, который он строит 64-й год. Я заканчивал в декабре месяце 54 года Московский инженерно-строительный институт. Заканчивал его с красным дипломом. У меня было право выбора любого места работы. Я знал, что Новгород попал в число 15 городов, которые подлежат первоочередному восстановлению. Ну, может быть, по юношеской мечте я решил выбрать самый разбитый город, который в войну был разбит. Для чего? Чтобы приехать туда и строить его. В 1955 году до Новгорода из Москвы дипломированный специалист Евгений Андреев добирался двое суток с двумя пересадками в Ленинграде на станции «Рогавка». Трудно себе представить, но в общежитии без удобств, куда его поселили, на двоих проживающих приходилось одно койко-место. Молодым людям приходилось спать валетом. Я приехал на вокзал, его только что сдали, вокзал. Можете себе представить? Значит, все было покрыто туманом, насыщенным дымом от печей, которые сжигали дрова. Я вышел, посмотрел, вокзал новый, посмотрел, какой-то впереди, бугор какой-то стоит, оказывается, это вал был. А там за валом видна какая-то стена была, это смотрелся Кремль. И кругом было ничего нету. Оказывается, когда завал заехали, справа и слева стояли сборно-щитовые деревянные домики, построенные вот первые 10 лет, с 44 по 55 год. Вот эта вся часть Софийской стороны вокруг Кремля была застроена деревянными домами. Кирпича не было, цемента не было. Была известь, был лес. Известковый комбинат давал известь, лес давали лесопромышленники, так. А все остальное отсутствовало. Мы приехали с тремя работниками горкома партии, не знали, что нам делать. Нашли коменданта. Комендант говорит: не расстраивайтесь, идите в Суворовское 28, жилой дом. Там у нас, говорит, комендатура, мы вам выделим одну комнату. Вот в этой комнате будет и горосполком, и будет и горком партии. Вот нас 4 человека там разместились. И начали мы принимать жителей. На 1 января, как он мне рассказывал потом, на 1 января 1945 года в Новгороде всего проживало 4000 человек. Останки города представляли это памятники архитектуры полуразрушенные, 40 полуразрушенных коробок, в основном которые не находились на торговой стороне. И вот они все этих людей размещали. Положение было тяжелое, но тем не менее, значит, к 1 уже июля 1945 года, 1 июля, в городе уже было 12 тысяч населения. И все население, которое сюда прибывало, исключительно работало на ремонтно-строительных и восстановительных работах. Послевоенный Новгород – это, по сути, огромное пепелище. И первое время власти пытались ограничить поток желающих в него вернуться. Вводились спецпропуска для специалистов. Но это мало кого останавливало. Было принято общее решение на сессии городского совета, что каждый новгородец должен неурочно отработать в 44-м, 45-м, 46-м, 47-м и 48-м годах, вот на протяжении 4 лет, 50, не менее 50 часов сверхурочно на строительство объектов города по восстановлению либо ремонту здания. Сверхурочно, без оплаты. Помимо всего прочего, у нас же тогда был добровольный, в кавычках, займы развития народного хозяйства. Нас с вами приглашали и говорят, допустим, меня, Евгений Владимирович, даже в 55-м году, подпишитесь на добровольно на заем развития народного хозяйства Советского Союза в размере месячной заработной платы. У поколения Евгения Владимировича была мечта построить город. Воплощение этой мечты было самым мощным стимулом в работе. Это была послевоенная национальная идея, объединяющая людей. Когда я начинал гостиницу «Волхов» строить, так, будучи прорабом, первое, что я увидел, это старая улица, улица Чудинцева, допустим, Фроловская, на которой стоит гостиница «Волхов».
Значит, были оставшиеся, ну, я не могу даже сказать фундамент, я сейчас о фундаменте скажу. Вот что-то от дома оставалось с кроватями железными, горелыми, так? В 55-56 годах, вот там, где стоит памятник сегодня Лёни Голикова, значит, в 55-м году я не мог начать эти работы, потому что понимал, мне сказали в июле начинать, а я пришел, посмотрел. Там было все засажено капустой и картошкой. Я своему руководителю сказал, Николаю Георгиевичу Тейсу, будущему почетному гражданину города, первому директору Новгородского химкомбината, до этого он работал первым заместителем председателя госполкома, я говорю, Николай Георгиевич, у меня рука не поднимается, чтобы на неубранный огород посылать строительную технику. И вот пока, понимаете, в конце сентября они убрали овощи, значит, мы эти работы не начали. Вот как Новгород это представляло. На излете декабря в 12-ю школу к 9-летнему ученику Максиму Бланку пришла представительная делегация. Трое взрослых людей, оставив свои неотложные взрослые дела, пришли к ребенку рассказать историю его отца, неизвестного солдата, Марка Оттовича Бланка. Здравствуйте, ребята! Молодцы! Тут уже по-настоящему. Да. Ну, ребятки, мы пришли к вам не просто так, да? Мы пришли с вами немножечко поговорить. Свое общение с детьми Алексей Иванов из боевого братства начинает с вопроса. Знаете ли вы, где служили ваши папа и дедушки? Ребятишки отвечают с удовольствием и фантазией. Максим слушает одноклассников и неожиданно получает приглашение выйти к доске. Максимушка, ты папу помнишь? Папу? Да. Вот, к сожалению, детки, у Максимочки... У меня папа умер. Папочка умер, да. Так бывает. Знаешь, в архиве Министерства обороны нашлись документы твоего папы. Вот грамота. Давай я прочитаю про твоего папу. Награждается вот этой грамотой. Он должен был быть награжден, но почему-то вот не дошла она до него. Бланк Марк Оттович... В честь 53-й годовщины Великой Победы за мужество, стойкость и высокую личную примерность, проявленные при выполнении миротворческой миссии в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджикистан. Две почетные грамоты, медаль за боевые заслуги – все это было в архиве Министерства обороны. Солдат Бланк даже не догадывался о существовании наград, а Максим не догадывался о том, что его папа был солдатом. А ты знал о том, что папа у тебя такой герой? Нет. А ты знал, что он воевал? Он мне никогда об этом не рассказывал. А как ты думаешь, почему? Потому что это был его не секрет. Максим в замешательстве разглядывает две крошечные фотографии отца в армейском удостоверении. Едва уловимо ребенок шепчет, он совсем не похож. В воспоминаниях мальчика отец уставший больной человек. А тут молодое красивое лицо, ясный взгляд. Добрый, хороший. Меня любил. Защищал от всего, чего я боялся. Он был очень хороший для меня. О папе Максима в боевом братстве узнали случайно. От соседа-солдата-интернационалиста. Тогда же выяснилось, что он воевал, был командиром отделения саперной разведки, получил ранение. Но боевых льгот у него нет. Потому что бои по бумагам Министерства обороны закончились в 97-м, а он служил в 98-м. Он не получил статуса ветерана. Естественно, внимания к нему, как к ветерану, не было. А сам он его не требовал. К сожалению, мы с ним познакомились уже в тот момент, когда ему была уже необходима помощь со стороны. Но он до последнего не обращался никому за помощью. Тяжелое заболевание, которое было следствием его службы в Таджикистане, гораздо сократило ему жизнь. И он, к сожалению, умер. Как мы ни старались помочь ему. Уже после смерти солдата из Министерства обороны были получены его награды. Две грамоты и медаль за боевые заслуги. Удостоверение к медали. Дали за боевые заслуги.
книжечка. Вот это медаль. Можешь мне ее носить? Я знаю, что я на эту хлопушку пожелаю. Чтоб он вернулся. Это был последний сюжет сегодняшней программы «Патриот». Меня зовут Алексей Матюшкин. До встречи в феврале.